Так, всем здорово. Снова Секира, снова мои мучения и нервы. В прошлой серии замочили скакуна. Вот. Довольно быстро это получилось. Все такой. Довольно легкий босс вышел. Дали за него какое-то воспоминание. Я, честно говоря, не ебу, что оно дает. Что-то там говорили про улучшение. Так, увеличить силу атаки, заново пережив битву. Вот что значит заново пережить битву, меня очень терзает. Мне надо будет еще раз его отпиздить, что ли? Что это такое? Усилить атаку. Вспомнить битву с Гёбу. Блять, вот я не хочу рисковать и снова пиздиться с ним. Хрен его знает, что это даст. Но вроде должны атаку повысить. А видение Гёбу, память о битве с редким противником. Хоть отдаленное это воспоминание подкрепило силы волка. В юности Гёбу он его был вожаком шайки бандитов. Исин победил его в схватке, но был так впечатлен его силой, что взял себя на службу. Со временем Онива стал самым верным из самураев Исина. Окей, сила атаки... А, да? Все, ничего не надо? Это ж классно. Че это? Бег в скольжении? А, скрыть присутствие? Че это? Дает пассивный навык скрыть присутствие? Он... Вообще, я хочу... Вот. Это... Отражение. Где-то тут должна быть атака. Где-то, блядь, должна быть атака, которая мне в прыжке дает эту ебучую способность ударить, а не просто так протянуться. Ладно, черт с ним. Боевое искусство, особые приемы. Какой-то прием выучил. А чё, как? А как? Чё? Чё там надо удерживать? А, во, нихуя. Или нет. Непонятно, короче. Чё, надо тут осмотреться? Так, ворота. Пиздюк, свали, пожалуйста, блядь. Кот неугомонный, ёбаный в рот. Лезет на стол ко мне. Так и норовит мне испортить. Видос. Вся моя семейка, блядь. Просто я не знаю, у них, наверное, фетиш какой-то портить мне видосы, я не понимаю. Так. Тут что? Через ворота мы еще успеем сходить? Кто-то валяется. Прижаться? Не надо прижиматься к трупу, блядь. Что за собачьи замашки такие, по трупу поползать? Так. Чё там, вражин, что ли, какая-то? Ну, я, пожалуй, пока ништяки все соберу. Попиздиться мы всегда успеем. Чё это? Блять, заебали эти комочки всякие, конфеты какие-то. Столько всего тут валяется, и ничего это не нужно вообще. Дайте мне пушку какую-нибудь пиздатую или шмотки новые. Не желаете купить подношение? Продаю предметы, которые подносят мертвым, чтобы они покоились с миром. Здесь мне, что на ваших руках уже немало крови. Давайте же купите подношение. Божественная капля крови. С помощью этой капли можно немного повысить свою способность к воскрешению, либо если у вас есть амулет исцеления, вернуть. В этом случае каплю нужно поднести до лурещика. Все больные драконьим поветрием исцеляться и кашля больше не будет. Да ладно. Я пока еще не особо разобрался с этим поветрием. Семечко, слушай. Мне еще одно семечко, и я, короче... Подожди. Нет. Мне еще одну бусину, я там что-то сделаю. А семечко... Так, у меня... Сколько дает кошелек-то? Кошелек с небольшим количеством сен. Тяжелый кошелек. Петарды какие-то. А чё за петарды? Чё за петарды? Петарды наземного происхождения, их можно вставить в протез Синоби. Петарды издают оглушительный звук, пугающий зверей. Маленький Роберт и его отец продавали их, чтобы собрать деньги на путешествие. Пытаясь продлить жизнь Роберту, они пробыли в Японии в поисках секрета бессмертия.
Это что-то какое-то улучшение для протеза? Меня сейчас единственное, что интересует, это семечко. Сколько у меня баблища? И будет с помощью кошельков. Так, похуй вообще, давай все используй. Че, по сотке даст? Отлично. А, тяжелый кошель сколько даст? Ой! Вообще замечательно. Давай семя сюда. А я не понимаю прикола. Зачем покупать легкий кошель за 110, если он дает сотку? Чё за, блядь, барыжничество такое? Ладно. Пойдем посмотрим, кто там стоял. Чё тут? Ничего тут? А чё это я оружие сложил? Так. Сидит. На коленях. Прижаться. Ты не против, да? Я тут полутаюсь немного. Дрожи, ворота. Это куда? А, так это... Понял. Там вот босс был, понял, понял. Там костер, и я вот через эту дорожку бегал к боссу. Точно. Ты кто? Старуха. О, так ты жив. Это проклятый Гёбу наконец-то мертв, я полагаю. Я ведь... а ведь это ничего не меняет. Будут новые войны, будут новые трупы, и дикая укоренившаяся ненависть вновь будет править. Куда идет вся эта ненависть? Ты не спрашивал себя? Видимо, нет, не спрашивал. Поэтому я жалею тебя. Я его жалел. А, и его жалел. А теперь уходи уже. Этой войне нет конца, чтобы я там не говорил. И твой долг всегда останется прежним. Такова наша жизнь. Что? Нах ты тут стоишь? Блять, очень полезный разговор. Ты кто? Сам ты крыса, блядь. Нихуя себе. Вот только глаза, глаза голодного волка. Прежде чем я убью тебя, назови свое имя. Что, имени не? Сэр Синоби одинаковы. Вы так и умираете без имен и плакать. И оплакать вас некому. И все же, твоя левая рука, там протез Синоби, он мне напомнил. Стало быть, однорукий волк, неплохо. А это значит... Секира. Угу. Я Тенгу из Асины. Поохотишься со мной на крыс? В Асина пробрались крысы, рыщут. Здесь полно разных. Их надо убить, понятно, чё? Ну, блядь, поохотимся. Так. Описание крыс, описание крыс. Прокрашивай силу крысы, убийцы из храма Сэмпа, они скрослые, носят бомбокуш. У ворот замка. Мне что-то типа надо выслеживать каких-то мобов определенных. Ага. Окей. В бамбуковых. Ну я вроде понял, кто это такие. Чё у нас тут? Монетки. Тут чё? Куда, блядь, карабкаться-то? Блядь, очень плохо видно всё. Так. И чё, куда? Подожди, я не понимаю, нахуя... О, ништяк. Чё у нас здесь? Сундук. Джонни, уйди, пожалуйста. Так, давайте что-нибудь пиздатое. Бусина. О, 4 штуки. Это чё мне... Чё мне... ХП, по-моему, повысит. Надо... Надо, блядь, идти, короче, в свое убежище. Я ж не сдохну, если спрыгну. Давай уже.
Все, пойдем. Тут больше ничего нет. Пойдем в убежище сгоняем, посмотрим, что у нас там. Посмотрим, что у нас там. Куда это? Во. Отдадим бусинки, отдадим семечко. Попиздим со всеми. Может, там какие-то... Так, улучшение выносливости. Оба. Так. ХП больше стало? Что-то я не заметил как-то. Переместиться. Важные места. Все, в храм. Давай. Кофе закончился, блядь. Так. Какая-то больше говорящая эта серия получается. Я так ни с кем не попиздился за все время. Так. Стерва, забери свое семя. Ты мне, блядь, давай гитару еще сломай, пиздюк. Дать семечко. Угу. Заебись. До свидания. Так. О, я вижу у тебя механический ствол. Давай его сюда. Я смогу дополнить твое оружие боеприпасами. Боеприпасы это то, с помощью чего ведется стрельба из ствола, например. Если найдешь что-нибудь такое, обязательно приноси. Что он делает? Механический ствол установлен... Что, блядь? Установить в протез новый инструмент, улучшить. Нихуя не понимаю. Ебать, это улучшение какие-то? Сюрикен, волчок. Каких-то улучшений, блядь, улучшений. Да хуя всего, ничего не понятно. Понятно, но не убьет, так не убьет. Ты чё, бля, выпил, дурак? Так, с чем я тут еще? Тут ничего? Чё это такое? А, это колокольчик, который меня старуха попросила принести. Закрой глаза, слушай колокольчик. Так. Закрыл. Чё будет? Звон проникнет в твои мысли. И пробудит ото сна былые воспоминания. Угу. Ну что произошло? Три... Чё, бля, мультик какой-то покажет? Не понял. Так. Новая локация какая-то, нихуя себе. А, из-за чего переместиться. Так, а я обратно-то могу? Если что. Ну все, ладно, окей. Поместье хера-то поместье. Тут же это, типа... Торгаш какой-то говорил, что тут огненная трубка, которая делает бу-бу. Он так это и описывал. И чё? Бля, как тут... Во-первых, темно, и... Что-то у меня монитор не очень приятную графику показывает. Ну давай цепляйся уже. Здесь я там ничего не пропустил. Опа! Давай, спрыгивай. Тут ничего нет? Куда? Куда, бля? Я вообще тут ничего не вижу. Чё за хуйня? Бля, мне не нравится эта локация. Ни хрена не видать. Я уже по пизделкам соскучился. Дайте мне кому-нибудь еблище набить. Ой. Я... Вообще плавать умею?
Пригоршня пепла. Ты еще кто? Ты сын Филина. Какой сейчас год? Скажи, блядь, сейчас под год паломничества. А это не воспоминание той ночи, которую описывал этот самый Варюга. Воры, воры, вот как раз. Так, ты ничего там после себя не оставил? Ну, блядь, точно ничего не оставил? Окей. Блядь. Ни шмота, ни пушек, ничего, блядь, интересного. Какой-то пепел, блядь, труха всякая. Комочки глиняные. Съебал, блядь. Вообще-то нечестно дерешься. Заебал. Че там внизу? А здесь что? А, порошок огнестойкости. Ну ладно. Так. Там кто-то стоит или что? Нет, там никого нет. Плавать умею? Вроде умею. О, вражин какая-то. Иди сюда, бля. Драгоценная чешуя. Яркая чешуйка драгоценного карпа. Красивый член, но по слухам есть поклонники некого совершенства. Это ценит и... какая-то хуйня очередная. О, очко у меня не дали. Так, это враг там, да? Там вот я вижу, что-то светится, надо туда сходить. О, еще какая-то хуйня. Че это такое? Получи, блядь! Оба! Чешуя? Еще чешуя. Так, есть тут еще кто? Кто-то еще плавал. Вон, сука. Ща обойду. Я тебя поймаю, дай чешую, блядь. Чешуйки. Тут че? Кошель. Чего, блядь? А вам не понравилась чешуя? Принесите ее мне, я вас щедро... Божественная трава из... Парящая смерть, что это такое? Теперь вам открыто соответствующее боевое искусство. Серия плавных подобных танцу атак, обрушающихся на врага. Вихрь грациозных ударов. Формально ты нихуя себе. Хочу. Кусок маски какой-то. Понял, это какая-то валюта местная, за которую можно уникальные вещи получить. Ладно. Больше никого? Тут... Я тут где-то что-то еще видел. Во. Пойдем. Где враг? Мне вообще похуй, я этих чертей не боюсь. Шар трофеев, что это? Я этих хуеплетов вообще вот ни разу не боюсь. Так, чисто ради интереса по стелсу прохожу. Кто? Бля, псина? Ну, псина не страшная. Пойдем наверх. Ага. А чё их так дохуя? Вам не кажется? Вам не кажется, что тут дохуя народу как-то? Угу. Угу, блядь. Вот лучше костёрка я возьму.
Как-то дохуя там народу. А сколько я уже видос снимаю? А, что-то кажется длинная серия получается. Надо, наверное, там по ту сторону ворота смотреться и заканчивать. А то что-то я затянул. Какая-то бродящая серия получилась. Получи пизды, блядь! Сейчас волков всех перепиздим. А, раз волк. Два волк. Еще один есть, да? Так. Там ничего точно нет? А, туда никуда не запрыгнуть? Вроде нет. Вроде никуда. С них тут ничего не выпадет. Эй, пацаны. Ну, понятно. Я думаю, того нет смысла убивать. Блин, а хочется-то подальше пройти. Ну, ладно. Наверное, на этом мы остановимся. Все-таки уже... О, блядь, а так хочется. Ладно, я... Все-таки... как сказать-то, блядь... Ну... Нет, ты чё, бля, нихуя себе! Чё так больно? Давай еще убей меня. Чё творишь, блядь? Бля, так интересно, чё тут? Ну ладно, всё-таки я пойду... пойду присяду и серию закончу, а то она... Будет очень длинный. Все, на этом закончим. Всем спасибо, что смотрели. Какая-то унылая получилась, но думаю, следующая будет экшоновая. Тут вот как-то дохуя врагов все какие-то, блядь, сильные, больно бьют. В общем, всем еще раз спасибо. Всего вам хорошего и до новых встреч.